Мой прадедушка Тимофей Иван Тимофеевич родился в 1923 году. В 1943 году он попал на фронт. Мой дедушка служил в пехоте, был дважды ранен. Он не дошел до Берлина, потому что был ранен и попал в госпиталь. У него было много орденов. Орден Славы, Орден за отвагу, Орден Великой Отечественной войны, Орден за освобождение Будапешта. Мой дедушка работал в колхозе бригадиром и председателем, никогда не унывал и получал много грамот за добросовестный труд. Я горжусь своим дедушкой. Мой прадедушка Федор Петрович родился 1914 года в деревне Елизаровская Псковской области. Служил в мотострелковой дивизии. В Великой Отечественной войне все 872 дня защищал осажденный Ленинград. У моего дедушки так много медалей и орденов, что они не помещались на кителе. Я горжусь своим дедушкой, и он умер 1965 года.